Всем привет! 8 октября. Сейчас около 12 часов. Мы находимся в Эвелесе. На самом деле, очень было интересно наблюдать, как меняется погода. У нас везде облачно. У нас в Вии было облачно. 17 градусов. В Авьере облачно было 18 градусов. Здесь тоже облачно, тоже 18 градусов. Но в Вии не было ветра, было довольно-таки тепло. В Авьере тоже не было ветра, но там, ну, капельку казалось все равно прохладнее, чем в Вии, а здесь ветер прохладный, поэтому здесь, конечно, не ощущаются эти 18 градусов, но он находится рядышком с океаном, поэтому здесь и отличается погода. Такое вот наблюдение. Время 5:30, мы уже вернулись в Виа-Висиосу, у нас тут такое интересное небо, там гуляют облака, здесь тоже они местами гуляют, местами чисто. Плюс 20, но тут тоже поднялся ветерочек у нас. Не такой сильный, как в Эвелесе, но тоже он присутствует. Как бы тепло, но ветер прохладненький. Время почти уже 8. Вечер у нас наступил. И сейчас, конечно, ветерочек прохладный. Хоть теперь 17 градусов, ветер прохладный подувает. Наверное, вообще поменьше. И, конечно, хмуро. Ну, вот такая сегодня у нас погодка. Пишите, какая погода у вас. Не забывайте подписываться на канал. И всем пока. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.